Здравия желаю, уважаемые подписчики и гости канала. Продолжаем опыты. Подготовка, ребята, к зиме. Ищем оптимальное, простое устройство для обогрева вот моей комнаты, чтобы я зимой мог здесь работать. Ну и также для всех желающих. И, по-моему, это, ребята, устройство удалось найти. Это, ребята, галоген на 500 ватт. Видите? Он работает на зарядном устройстве. Напряжение 48, а ток низкий. То есть на низком токе. Что получается? Он, ребята, входит в импульс. Наблюдайте. Зелененько, видите? Импульсы дает. То есть автоматическое разделение тока. Что в итоге? Галоген, ребята, не светится, но хорошо нагревается. Сейчас мы посмотрим, до скольки он нагревается. Так. Нагревается, ребята, на 232 градуса, как видите. При этом он не светит. Что вполне хватит, чтобы отопить, ребята, вот эту комнату. И такие же комнаты или мастерские ваши до 50 кубов. То есть это, ребята, мини-отопление для небольших квартир или комнат до 50 кубов. Но также, причем оно абсолютно бесплатное. Итак, еще раз повторяю, из чего оно состоит. Трубка галоген 500 ватт, вот она. Нагревается до 230 градусов, это вы видели. На трубку, ребята, подается питание 48 вольт, но подается импульсами, как видите. Вот, видите, вот, зелененькое в углу. То есть не надо реле, удобно и хорошо. Здесь, ребята, ничего не сломается, смотрите. Это холодно. Как оно вырабатывает? Вот этот ток, который идет с галогена, проходит сюда. А здесь, ребята, система останавливается. Так как ток с галогена выше, система эта останавливается, и при этом происходит разделение токов. То есть наша система, ребята, годится для мощных, не для мощных, для небольших комнат объемом 50 кубов. До 50 кубов, может, до 60 кубов. Зимой вам будет жарко, потому что трубка, вы видели, нагревается на 232 градуса. На 232 градуса нагревается трубка. А сейчас так. И при этом, ребята, расход тока у нас ноль. Вы видите, красная полоса на счетчике стоит мертва. Счетчик производства Германии абсолютно точный. А сейчас я покажу вам схему. Схема уже зарисована мною. Осталось вам ее показать. Вот она, ребята. Итак. 48 вольт 1 ампер, то есть низкий ток. Подсоединен на галоген 500 ватт. Что происходит? Ток, ребята, с этого устройства идет на галоген. Галоген дает ток выше, так как трубка нагревается на 230 градусов. Вы видели это? 230 градусов трубка нагревается. То и получается, что этот ток, ребята, останавливает этот
зарядное, это зарядное устройство, которое входит в режим разделения токов. То есть и так понятно, что галоген, ребята, это БТГ, но если бы мы ток не разделили, поставили здесь не 48, а, допустим, 1 ампер, а 48, 5 ампер, то бы токи смешались, потому что этот бы ток, ребята, был бы менее, чем вот этот. И этот продавил его, токи смешались бы, и было потребление. А так у нас потребление 0, а нагрев 232 градуса. Эта система годится до 50, ребят, для обогрева зимой до 50 кубов. Не замерзните. То, что там рептилоиды говорят, да не замерзнем, если стены будут утеплены, полы утеплены, то поставите вот этот галоген, ребята, и будет всю зиму тепло. Благодарю за внимание. Всем удачи и стального богатырского здоровья.